Знакомьтесь, это Лора. И история из недалекого будущего, где наша рассказчица Лора, будучи взрослеющей девочкой, узнает правду о своей матери. Оказывается, ее мать когда-то была мужиком. Мужиком, которого не устраивали данные ему от природы тела, и, воспользовавшись достижением науки, отсек свою прошлую жизнь и отрастил новую. Ну, вы понимаете. Его жена, узнав об этом, решила все гораздо проще. Об этом наша девочка узнала от отца матери, а точнее от двух дедушек, которые ранее были мужем и женой. Лора была в ужасе, пока не узнала, что ее прадед был утюгом. Да, потому что не самоопределял себя мужчиной, но и бабой быть не хотел. И не успев выбрать себе нужный гендер до своего совершеннолетия к 30 годам, он стал утюгом. Таким его назначили. С усиленным отпаривателем и гидравлической рукояткой ProMax S.20. Оу, yeah. Реального фото не сохранилось. Жены у него не было. Будучи гермафродитом, понятно, что надобность в этом отпала. Как это выглядело? Ну, примерно как самозаряжающийся пауэрбанк. Лоре стало очень грустно, и она побежала к старшему брату, чтобы спросить совета и найти успокоение. Но брат оказался сестрой. Блять. Которая в прошлом родила Лору от ее отца, нынешней матери, ну вы помните. И решив, что быть матерью ей не вмоготу, сменив пол, прикинулась братом. Лора была серьезной девочкой, достаточно сообразительной для своих лет по сравнению с своими ровесниками, поэтому она трезво взглянула на ситуацию и, приняв правильное решение, освободила себя от лишних мыслей, которые могли бы навредить ее психическому здоровью. На этом можно поставить точку. Пиздец. Спасибо вам за то, что присылаете истории из вашего семейного архива, с фамильного дерева и так далее. Жду новых писем, и как всегда, будьте теми, кто вы есть. Не слушайте окружающих, не слушайте мнение общества, потому что вы само совершенство и центр вселенной. И все вокруг лишь плод вашего воображения. Да, всем пока.